Даже если у вас двойка по физике, это не значит, что вы не знаете о физических понятиях. Сейчас я простым языком вам поясню третий закон Ньютона. Всем нам известна укороченная форма этого закона. Сила действия равна силе противодействия. Почти все физические понятия можно применить к отношениям. Итак, задача. Ирина и мой брат Рома встречаются несколько месяцев. Чудесная пара, романтика, огромные расходы на цветы и подарки, трату времени на макияж, подбор туфель к платью. Все были довольны, пока зачем-то Ирина и Рома не съехались. С тех пор наш разговор с моей теперь уже подругой начинался с дежурной фразой. Мы поссорились. Она хотела синие обои, а он в полоску. Она предлагала провести уборку, а он сбегал с друзьями на футбол. Она ловила его и заставляла прибить полку, а он ворчал весь день и портил всем настроение. Казалось бы, ситуация безвыходная, еще потому, что они оба считали себя невиноватыми в этих проблемах. Ирина с Ромой мирились, забывая о причинах разногласия, а в следующей ссоре припоминали все прошлые обиды. Решение. Третий закон Ньютона. Всякая действующая на тело сила приводит его в движение или вызывает в нем равную, противоположную по направлению силу противодействия. Ирина давит на Рому, Рома выскальзывает и проявляет сопротивление. Она говорит ему 10 слов, он отвечает одним, но веским. Казалось бы, не сошлись характерами, но решение этой проблемы лежит в слове «сила». Давление, принуждение, шантаж – это повседневные методы, к которым любят прибегать многие милые люди, когда дело касается отношений или любви. И это неудивительно. На определенной стадии отношений начинает казаться, что твой любимый человек должен понимать тебя с полуслова. А когда это не происходит, появляется агрессия, раздражение. Называется действие. А оно, в свою очередь, вызывает противодействие. Защитный механизм, призванный оградить свое личное пространство от вторжения. Этот пример иллюстрирует физический закон. Но главное в жизни – любите друг друга.